Привет! Вы на канале Эллин Стар. С вами Эллин, моя мама и мой братик. Сегодня у нас новый челлендж. Мы уже соскучились за челленджами. Так что у нас сегодня новый челлендж. Это... Армагеддон. Это стена, на которой будет сидеть строитель, который должен не упасть. Ну, круто. Открываем? Да. Открываем. Почему ты не хочешь открывать? Это же весело. Давай, не засыпаем. Я его открою. Я его хочу открыть. Покажи его, покажи. Киндер. Давай, строй, строй, тяну. Вот так вот. Давай, ты одну, я вторую. О, теперь открываем вот так. У меня что-то не получается ее открыть. Давай. Нет, я уже не знаю. Дырочку сделай. Сделала. Вот такой. Давайте все вместе, быстрее получится. Да. И сколько у нас кирпичиков? Только стройте, пожалуйста, ровненько. Ну, где здесь оно... кирпичиков? 44. Ты же посчитал? Ну, да. Там было написано, сколько кирпичиков. Здесь надо ровненько. Стройте ровненько, чтобы потом она держалась и не упала. Аккуратно, чтобы сейчас не упала. Построили? Да! Она так как-то так еле-еле, да? И наконец построили! Так, ровненько. Если еще одна стенка и крыша, будет домик. Сережа уже там идеально выстраивает, а я уже сижу. Садись на строитель. Ну, садись на пенек, не ешь пирожок. Все, мама проиграла. Нет, это не я. Ой, у меня лопатка. Ой, Ирина проиграла, я выиграл. Значит, правила игры такие. Каждый игрок по очереди вот этой лопаточкой должен выдвинуть кирпичик. И проигрывать тот, у кого первого упадет строитель. Как-то плохо сидит. Если он упал... Значит, мы загадываем желание, и он должен его исполнить. Обычные правила, легкие. Начнем? Начинает тот, кто младше. Пожалуйста, вручаем тебе. Тан-та-дан! Ух. Сидит хорошо, да? Давай. Не знаю. Придерживай, Сережа, с другой стороны. Пусть. Так, я забираю. Там нельзя, нельзя забирать. Забирай, там нельзя руками. Трогать. Можно. Теперь Сережа, потому что он младше. Чего все эти? У тебя сейчас все... Ух! Аккуратно, Сережа. На, держи. У меня свой кирпичик уже есть. Мам, давай, ты сможешь. Ого. Я не хочу. Уже бери вот этот. Разве можно два? Делать. Так, кстати, у тебя будут все руки заняты. Да держи. Это Сережка, что? Держи. Это мне. Приолина. Может здесь. Ай. Сейчас он уйдет. Делать. Не трогай. Я просто... Руками не трогаем. Теперь ты. Можно. Какой он хитрый, смотри. Ход держите. Ого, 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 я же сама боюсь. Ого, все, Сережа. Сережа проиграл. Нет. Сережа проиграл. Нет. Теперь я, да? Не трогай, не трогай. Пускай там лежат, пускай себе там лежат. Не пусти лежат. Я знаю, какой я сейчас кирпичик. Они не вытаскиваются почему-то. А давайте я буду держать. Только сидят. Не трожь, Алина. О, очень, не, здесь да, здесь держи. Не трожь. Какая хитрая. Хитрюлька. Давай, теперь на, Сережа. Братик. А, нет, у тебя здесь. У братика есть моя лопатка. Ого, один надо. А я три. Есть. На, мама. Лопатки не хватило третьей. Да, жаль, что здесь только две лопатки. Ух ты. Ой, если сейчас кто-то здесь заберет, кажется, я уже знаю, что будет. Ну, где-то, лучше наверное, не здесь. Надо. А?
Нет, я боюсь. Нет, уже не буду. В смысле нет? Я передумала. Нельзя так оставлять. Ну, давай, давай. Вот здесь. Нет, не здесь. Алина как всегда боится. Ого! Ого! Давай, толкаем Женьку. Есть! Пронесло. Я? Да. Я знаю, кто сегодня у нас выиграет. То есть проиграет. Ух ты! Как она держится? А, такие стенки. Я надеюсь, что все будет хорошо. Чуть-чуть он пошевелился. Это, конечно, мама. Мама сейчас будет исполнять желания. Все детей любим. Твоя и мое желание. Наконец-то. Одно обоюдное желание. Нет. И нет. И нет. Он уже так, и он шатается. Так нечестно. Давай, давай, давай. Держи, Аленька, ей там. А ты сейчас мне поможешь. Как не надо. Ну, даже должен только снизу. Давай, мам, давай, давай. Ты просто потом пустишь его, и оно упадет. Мама, давай. Пожалуйста. Давай. Не умею. Да, давай. Вот здесь. Ого! А может здесь? Ого! Ого! Она боится. Ого! Держи, держи. Я давай, не держи. Против, если... Две руки убери, Алина. Ой, что-то случилось! Кто-то упал у нас! Наконец-то! Наконец-то! Вот он! Вот так лежит! Такой смешной! Он хочет тебя обнять! Я первый раз проиграла! Да, это первый раз наша Алина проиграла! Можно, конечно, играть еще второй раунд, но мы же сегодня сделали только один раунд. Хорошая игра. Советуем вам ее тоже поиграть. Да. Итак, желание для нее. Сережа, что ты предлагаешь? Даже не знаю. Пусть Алина посчитает от 20 до 1 наоборот. Пусть. Согласен. Да. Слышали тебя? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте, команда. Хорошо поиграли. Спасибо, друзья, за то, что смотрите наш канал, за то, что подписываетесь, лайкаете, комментируете. Мы читаем комментарии, и мы вам благодарны. Всех любим и всем пока. Пока. И всех обнимаем. Пока. Всем удачи. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Пока.